Это ваш первый визит в Бэксхилл? Да, первый. У вас рекомендации агентства и, видимо, еще многих разных школ. Спасибо. Это не комплимент. Альянс между Германией и Англией длится уже много лет. Какой еще англичанин возьмется преподавать в Союзе немецких девушек господина Гитлера? Фюрер сказал бы, он не совсем мужчина. Фюрер сказал бы что? Мой отец немец. Я не люблю сюрпризов. Тут учатся дочери высшего командования нацистов. Как только будет возможность, мы захватим школу. Англия никогда не простит вас, если вы станете немцем. Часто бывает трудно понять, кто есть кто. Кто хороший, а кто плохой. У меня есть список нацистских конспираторов, предателей Англии. Эта страна воюет с Германией. Германия не может позволить, чтобы девушек взяли в плен. Позаботьтесь о том, чтобы вас не подставили под удар. Стоять, полиция! Я должен предотвратить это. Мои девушки не враги. Они немки, ведь так?